спорта НТК-2 принимают у себя в гостях екатеринбургский юниор. И, как всегда, женскую команду по баскетболу города Видное пришли поддержать преданные болельщики. Я очень люблю нашу команду, вообще наш клуб. Вот, с 7-го года хожу. Вся игра была очень напряженной. Вначале достаточно равная, потом Спарта НТК-2 вела в счете, а после перерыва стала отставать. Удача перешла на сторону соперника. Мяч все никак не хотел залетать в кольцо. А екатеринбурженки, напротив, нашли слабые места у наших девчонок и повели в счете. У нас была задача, чтобы баскетбол был быстрый, так как это наша сильная сторона. Мы навязали агрессивную защиту с игроками такого плана, молодыми. Нужно защищаться близко, так психологически они не так сильны. Волнение присутствовало на протяжении всей игры не только у болельщиков и спортсменок, но и у тренеров обеих команд. Не будете успевать большие на 75 вылетать, просто 5. В конце третьего периода отрыв у ГМК «Юниор» стал столь высок, что, к сожалению, Спарте НК-2 так и не удалось выровнять счет. Видновчанки потерпели поражение. Несмотря на неудачу, настрой команды на следующие игры боевой. Самое главное, чтобы наши игроки проявляли характер, силу воли, потому что когда все получается хорошо, и очень важно, чтобы игроки могли себя проявить тогда, когда наоборот ничего не получается, и переломить себя. Вот. И мы, конечно, работаем над этим, и удача нам, конечно, бы тоже не помешала. Впереди у «Спарты» еще много встреч в этом сезоне. Видновчанки настроены только на победу. А болельщики, несмотря на поражение, надеются и верят в свою команду. Анастасия Воронина, Алексей Рудник, Сергей Ларин, Видное ТВ.